Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задачу из учебника «Математика. 6 класс». Авторы Мерзляк, Полонский и Кир под номером 826. Один тракторист может спахать поле за 18 часов, а другой за 12 часов. Какую часть поля они вспашут вместе, если первый будет работать 5 часов, а второй 7 часов? Данная задача относится к задачам на совместную работу. Так как известно, что они выполняют одну и ту же работу, пашут одно и то же поле, то всю работу примем за единицу. Запишем. И заполним краткое условие. Всю работу мы приняли за единицу. Итак, мы знаем, что на выполнение всей работы первому трактористу необходимо 18 часов. То есть он всю работу может разделить на 18 равных частей, и одну из этих частей он выполнит за 1 час, вспашет за 1 час. Поэтому его продуктивность 1/18 поля за 1 час. Второй все поле пашет за 12 часов. То есть если он всю работу, все свое поле разделит на 12 равных частей, то одну из этих частей он будет пахать 1 час. Поэтому его продуктивность, он пашет 1/12 поля за 1 час. Так и запишем. Тогда первый тракторист вспашет за 1 час 1/18 часть поля, а второй 1/12. Согласно условию, работая совместно, первый тракторист работает 5 часов, а второй тракторист работает 7 часов. Поэтому, чтобы найти, какую часть поля они вспашут за это время, мы можем составить выражение. Первый тракторист работает 5 часов. За 1 час он выполняет 1/18 часть работы. Пашет 1/18 часть поля за 1 час. Второй тракторист работает 7 часов. За 1 час он пашет 1/12 часть поля. И найдем сумму. Как умножить число на дробь? Мы это число умножаем на числитель дроби, а знаменатель оставляем без изменений. Поэтому если мы 5 умножим на 1/18, мы получим 5/18. 7 умножаем на 1/12, 7 умножаем на числитель. 7 и 1 – это 7, знаменатель без изменений. Итак, сумма дробей с разными знаменателями. Находим наименьшее общее кратное этих знаменателей. Общий делитель наибольший знаменателей 6. 18 – это 6 умножить на 3. 12 – это 6 умножить на 2. И тогда наименьшее общее кратное – это 6 умножить на 3 и умножить на 2. А это 36. 36 делим на 18 – 2. 36 делим на 12 – 3. Так мы нашли дополнительные множители. А теперь умножаем дополнительные множители на соответствующие числители и результаты складываем. 2×5 – это 10. 3×7 – 21. Сумма числителей – 31. Знаменатель без изменений. Итак, 31, 36 поле пашут трактористы, работая совместно. Спашут трактористы, а ответ напишем подробно. Работая совместно, трактористы вспашут 31/36 поле. Запишем ответ. Все, мы с вами решили задачу. Если вам понравилось наше решение, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео.